какой рельеф, а. Ой, малышка. Ай, царик, царик, царик. Вечерняя копалка на Руси. Дядь Виталик, копай. Вот она. Какая хорошенькая-то, ё-моё. Виталик гуся трясет. Так, Русь уже мне подарила две монетки. Копай. Пятачок. Либо прострельный, либо пытались делать кольцо. А на Руси сегодня жарковато. Ну ладно, ничего не поделаешь. И поздороваюсь со всеми, кто тебя увидел. Так. Вот как в этом случае. Ты уже можешь сойти за своего и... Ну так. Не все подряд копать, а только вкусняшки и... Бабац так! Вкусняшка на дороге. Деньга 1748 год. Детка. Дядя Виталий где-то вот за этой будкой роет. Вон он пищит. Своим деусом роет. Посмотрим потом, что у него. Не знаю, что это за кусочек. Но похоже на сильно убитую монетку. Жаль. Идем дальше. Аллилуйя. Пятачок. Вот такой вот блинчик. Классненький, хорошенький, затертый. Возможно, даже игровой блинчик. Погода сегодня на Руси. Что-то жарковато. Виталий кроет. 15 копеек, 49-й год. Вот. Ну что у тебя там? Пора домой сматываться. Фух.